Исторический день для всей мусульманской умы Дагестана. Впервые вышла в свет подробная книга о жизненном пути выдающейся личности конца 19-го, начала 20 века Сайфулла Кади Башларова. Над составлением и изданием книги работали специалисты муфтията Дагестана. Нами было использовано большое количество источников, как рукописи, так и изданные источники, в частности, из российских государственных архивов, из Саратовского государственного архива. Некоторые документы иджазы шейха Мухаммад Салиха мы получили даже из Объединенных Арабских Эмиратов, копии этих документов получили, из Петербурга получили. И большое количество источников на арабском языке было использовано. Труды, известные труды шейха Сайфулла Кади, они у нас находятся в наличии, имеется в виду копии этих автографов, оригиналов копий. И они тоже, соответственно, были немножко, в некоторой степени изучены и использованы тоже в работе. Мероприятие посетили представители власти и общественности, религиозные деятели и ученые-историки. На презентацию приехали гости не только из разных уголков Дагестана, но и за пределов республики. Он был, конечно же, очень выдающимся ученым шариата, знатоком шариата. Недаром он был выбран на определенный промежуток времени муфтием Дагестана и всего Северного Кавказа. Также он является ученым, который познал Всевышнего Аллаха. То есть все самые хвалебные качества, которые должен приобрести для себя мусульманин, в принципе, он приобрел. Личность Сайфулла Кади Башларова, каддасаллаху сиррагу, она очень ценна для нас, и изучение его жизни тоже очень ценно для нас. Почетные гости со сцены говорили о выдающихся качествах, способностях и достижениях Сайфулла Кади Башларова. На большом экране был показан мини-фильм, посвященный основным этапам жизни шейха. Он был первым, кто начал распространение шазалийского пути суфизма на Кавказе. Шейх посетил множество стран Запада и Ближнего Востока. Его имя известно во всем мире. Замечательном человеке, нашем шейхе Сайфулла Кади, который оставил заметный вклад внес заметный вклад не только в религиозную жизнь дагестанского общества, но и в политическую. То есть влиял на те исторические процессы, которые происходили в стране гор. В книге подробно повествуется не только о его жизнедеятельности. В издании также содержатся записи и наставления шейха ученикам и всем людям. Дается информация о его великих наставниках и преемниках. Издание содержит 175 страниц печатного текста и иллюстрации. Теперь оно доступно каждому в исламских магазинах города. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.